Отдохнуть в спа-зоне или позаниматься на кардиотренажерах. Сегодня возможно все. В рамках недели доброты и щедрости один из фитнес-клубов Видного предоставил 26 входных билетов для социально незащищенных жителей округа и людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в это непростое время очень важно быть добрым, щедрым, потому что доброта спасет мир, как мы все знаем, и в здоровом теле здоровый дух. Совершенно бесплатно члены общества инвалидов, диабетиков и многодетных семей могли посетить любую зону фитнес-клуба. Дети сразу же облюбовали бассейны и джакузи. Казалось, что вылезать оттуда они не планируют. Еще бы, ведь посещение центра было рассчитано на целый день. Как у тебя настроение? Рада ли ты, что ты сегодня сюда попала? Настроение нормальное, да, я очень рада, мне нравится. Акция «Неделя доброты и щедрости» проходит ежегодно, однако в этом году ее встретили с особым энтузиазмом. И это неудивительно, ведь идея взаимопомощи стала одной из ключевых в 2020 году. Заканчивается эта акция благотворительная, но я очень надеюсь, что все неравнодушные люди, которые откликнулись, которые нам помогали, что они будут продолжать с нами дружить. И что эта акция не последняя. В этом году, как никогда, очень много людей неравнодушных оказалось. И очень много было откликов, как бизнесменов, так и просто физические лица. Мы надеемся, что все-таки с каждым годом людей неравнодушных все будет все больше, больше и больше. И помощь не всегда может быть материальной. Досуг, проведенный с пользой, тоже большой подарок. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.